Товарищ полковник, к полетам все готово. Угу. Олег, у тебя спички есть? Американский одноместный истребитель дальнего радиосодействия North American P-51 D Mustang. 这是美国北美人 P-51D 野马远程单座战斗机. Ребят, у вас спички есть? 我们不吸烟. Ну, прикурить есть чем? 我们没有火柴. 我们不吸烟. Товарищ полковник, они говорят, что они не курят. В небе над аэродромом китайские летчики под руководством советских пилотов выполняли тренировочные полеты. Пониже. Тянди гауду. Еще ниже. Зайдем. Груза! Ты что делаешь, мать твою? Газу давай, газу! Переводи! Случаи гибели китайских летчиков потребовали срочного внесения изменений в программу подготовки пилотов. На другом берегу Желтого моря войска Корейской Народно-Демократической Республики вели боевые действия против Южной Кореи и их американских союзников. Советское правительство, оказывая помощь братьям по коммунистическому лагерю, считало, что СССР сможет избежать прямого участия в войне. Однако не все удалось предвидеть. Начавшаяся в Корее война потрясла весь мир. Уже 25 июня в Нью-Йорке по инициативе США состоялось первое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу ситуации в Корее. Совет Безопасности ООН состоял из 5 постоянных членов – СССР, США, Великобритании, Франции и представителя Гоминьдановского Китая, а также 10 непостоянных. Каждый из постоянных членов мог наложить вето на любое из постановлений Совета Безопасности ООН. В это время на Дальнем Востоке американские войска грузили на корабли оружие и боеприпасы. Приказ отдал командующий оккупационными войсками в Японии генерал Дуглас МакАртур. 27 июня с авиабазы Окинавы в сторону Кореи вылетели бомбардировщики Б-29. Они атаковали железнодорожные мосты, аэродромы, наземные войска и северокорейские города. Соединенные Штаты Америки уже вступили в войну. Президент США Трумэн предложил ООН оказать Южной Корее вооруженную помощь. СССР мог наложить вето на это предложение, но его представитель Яков Малик на всех заседаниях отсутствовал. Выполняя решение правительства, Малик бойкотировал заседание Совета. Причиной тому стал отказ ООН признать Китайскую Народную Республику и включить ее представителей в ООН и в Совет Безопасности. В результате 7 из 9 присутствовавших в Совете Безопасности его членов проголосовали за предложение Трумэна. 41 страна из 59 входящих в ООН заявили о своей поддержке Южной Кореи. Война принимала международный характер. Вам придется выучить китайский язык в объеме, необходимом для руководства полетами. Зачем нам китайский язык? Ладно, во Второй мировой немецкий учили, война была. Знать нужно, мало ли что. Мало ли что. Катастрофа произошла из-за того, что переводчик понял фразу пониже, как низко. Мало ли что. 指挥员, 您要的火柴. Спасибо. Вот что он сказал.
А? Спички. Всем учить китайский язык, ясно? Есть учить. В Китае на аэродромах в районе Шанхая размещались несколько полков советской истребительной авиации. Среди всех находившихся в КНР авиадивизии, только одна, 151-я гвардейская, прибывшая в июле, имела на вооружении реактивную технику. Летчики ежедневно несли боевое дежурство, а те, кто имел опыт инструкторской работы, занимались обучением китайских и корейских пилотов. Командир 28-го гвардейского истребительного полка, герой Советского Союза Виктор Калядин. Из ничего сделали летчиков, но они очень педантичные, внимательные. Джо, чё худой такой? Не ешь, что ли? Да-да. Пилот за троих жрать должен. Кормить их до отвала, а то с такими в зону полетишь, отключится. Было уже, командир. Один из моих отключался. При выполнении фигур высшего пилотажа на Яке. От перегрузки сознание потерял. Они же едят одну чумизу свою. Наешься ей. Кормить, кормить до отвала, чтоб все у меня доедали. Попомните мои слова. Война их не минет. Да и нас с вами. Выполняя решение Совета Безопасности ООН, американское командование и союзники направляли в Корею еще более 800 самолетов и корабли, 19 американских, 23 английских и австралийских. Руководить операциями сил ООН назначили генерала МакАртура. 27 июня войска Корейской Народной Армии заняли столицу Южной Кореи, город Сеул, и продолжили наступление. МакАртур приказал бомбить аэродромы Пхеньяна, столицы КНДР. We are over the target. Мы над целью. Груз пошел. Уже в начале июля 1950 года стало ясно, что война будет долгой и тяжелой. So this is a sign, isn't it? Так это и есть Осан? Это Пусан, и это город. Пусан, Осан, whatever. Пусан, Осан, какая разница? Hey, where did you get the paper? Где ты газету взял? Кто-то в самолете забыл. Почитаю на досуге. Так называемая ударная группа Смита, 400 пехотинцев при поддержке артиллерии, выдвинулась к деревушке Осан. Ее бойцы, заняв позиции на возвышенности, находились в приподнятом настроении, уверенные в легкой победе. Hey, Sam. Сэм, послушай, что генерал Черч заявил. Мы вышвырнем северокорейцев, а если вмешаются русские, то мы вышвырнем и их. В 50-е годы в США общественное мнение по отношению к СССР приобрело явно негативный характер. Американцы считали, что если бы не помощь США самолетами и яичным порошком, танками, автомобилями и тушенкой, то Советский Союз пал бы под ударами гитлеровской Германии. Что без высадки союзников в Европе советская армия не дошла бы до стен Берлина.
Американские военные, никогда не встречавшиеся на поле боя с советским вооружением, отзывались о нем весьма скептически. Советская техника времен Второй мировой войны составляла основу вооружения Корейской народной армии. Танковые войска были оснащены танками Т-34-85 и самоходками Су-76М. Несмотря на то, что свои военные планы Ким Ир Сен согласовывал с советским генштабом, советским офицерам строжайше запрещалось принимать непосредственное участие в боевых действиях. Столица Южной Кореи пала 28 июня. Танковая бригада Народной армии вышла к взорванному мосту через реку Ханган, который саперы восстановили уже к 3 июля. На рассвете следующего дня северокорейские части перешли в наступление и захватили Инчхон, главные морские ворота Желтого моря, и Сувон, крупный город южнее Сеула. Ранним утром 5 июля танки северян начали атаковать деревню Асан. Первая рота. Дайте им, парни. Огонь! Из 36 танков были подбиты 4, но остальные не повернули назад, а дали газу. Джо, снаряд! Американцы открыли огонь из пушек, противотанковых ружей и гранатометов. Парни, ложись! Оборона группы Смита, потеряв более трети состава, развалилась. Оставшиеся американские пехотинцы в панике разбежались по рисовым полям. Столкновение с Т-34 танком, разработанным еще 10 лет назад, повергло их в шок. Противостояние с Т-34-85 оказались неэффективными американские безоткатные орудия и противотанковые ружья «Базука». США пришлось срочно доставлять в Корею установки «Супербазука» калибром 88,9 мм. Лишь в августе перевооруженная американская пехота начала успешную борьбу с Т-34, сведя их преимущества к минимуму. По реке Камган заняла оборону 24-я пехотная дивизия. Ее штаб во главе с генералом Уильямом Дином расположился в городе Тэджон. 14 июля части северян окружили гарнизон города Канджу. В плену оказались 400 офицеров и солдат. Американцы отошли к Тэджону. Его захват командование Корейской народной армии провело, учитывая рекомендации советских военных советников, опиравшихся на тактику победного 45-го года. Одна дивизия подошла к Тэджону с запада, другая – с северо-запада, а 105-я танковая – с севера-северо-востока. На рассвете, атакуя одновременно, уже к 6 часам они ворвались в город. Погибло около 1200 американских и южнокорейских солдат и офицеров. 108 человек оказались в плену. Лишь немногим удалось уйти. О судьбе командира дивизии генерала Дина долго ничего не было известно. Раненый, он около месяца скрывался в лесах, пока не попал в плен. Гибель 24-й дивизии заставила военное командование США в корне пересмотреть свою стратегию и задуматься над тем, что может произойти, если в войну вступят советские войска.
что ж такое? Для летчиков Московского военного округа война в Корее была чем-то далеким. 176-й гвардейский истребительный полк осваивал реактивный самолет МиГ-15. Серега, подожди. Скажи честно, что произошло? Почему отстал? При скорости 970 начал переворачиваться. Ну, я даю газу, а самолет рулей не слушается. Ну, пришлось уменьшить скорость. Чепуха какая-то. Скажи честно, не удержался в строю? Если мы такое на параде покажем, нас по головке не погладят. Но вскоре выяснилось, что Сергей Крамаренко был прав. Крылья МиГ-15 были недостаточно жесткими и на больших скоростях начинали произвольно изменять угол атаки, попросту скручивались. Из-за этого возникала разница в подъемной силе крыльев, и самолет переворачивался. Такое явление называли «валежкой». Пока конструкторы работали над устранением этих недостатков, летчикам пришлось каждый самолет, как говорили, облетывать на валежку. Между тем, полк готовился к воздушному параду в день воздушного флота СССР. Но парад так и не состоялся, помешала плохая погода. Летчики были расстроены. Да уж, радует погодка. Готовились. Ничего. 1 мая пролетим над Красной площадью. Угу. Ни Иван Кожедуб, ни даже его командование не знали, что 1 мая следующего года пролететь над Красной площадью им не суждено. 25 июля северокорейская армия перешла в наступление. Преодолев упорное сопротивление южан, она вышла на южное побережье полуострова. 27 июля перед войсками, оборонявшими плацдарм у порта Пусан, произнес речь командующий генерал Уолкер. Больше не будет отступлений, отходов, изменения линий обороны или любых других подобных терминов. За нами нет линии, куда мы можем отступать. Мы должны стоять насмерть. Мы должны победить. Уолкер Уолтон Харрис, генерал армии, за свой невысокий рост и полноту получил прозвище «Бульдог». В годы Второй мировой командовал танковой дивизией, а затем корпусом на Западном фронте. С 1948 года командующий 8-й американской армией в Японии. В 1950-м командующий наземными войсками США в Корее, а затем всеми сухопутными войсками ООН. Погиб в автомобильной катастрофе недалеко от Сеула. В его честь американский танк М-41 назван «Уолкер Бульдог». К 1 августа войска ООН и южнокорейские части все же отступили, удерживая последний крупный город-порт в Корее – Пусан. Корейская народная армия перешла к обороне на всем фронте. В воздухе безраздельно властвовала американская авиация. В Пусан непрерывным потоком по воздуху и с моря доставлялись боеприпасы, снаряжение и продовольствие. Из Японии американское командование перебросило сюда несколько дивизий и силы ООН. Рядовой австралийской армии Дес Гилфойл. Я знал о существовании страны под названием Корея, но вряд ли смог бы показать ее на карте. Я увидел объявление в газете о призыве добровольцев. Двухлетняя заграничная командировка показалась мне очень заманчивой. Летчик-истребитель «Мустанг» 77-й эскадрильи австралийских ВВС Милтон Котти. К северу от Тегу расположено несколько железнодорожных тоннелей. По ночам северокорейцы прятали в них свои грузовики. Мы решили атаковать тоннели на бреющем полете над рельсами. Атака! Котти прикрывает! Ракетный залп и крутой взлет вверх, прямо над горным склоном. За взрывом следовал выброс клубов дыма из противоположного конца тоннеля. Тем, кто был в тоннеле, скорее всего, приходилось несладко. К этому периоду войны армия Северной Кореи потеряла более половины своего состава и около 40% орудий.
численность танков сократилась до 40 единиц. Но самое главное, действия американской авиации сделали доставку в войска боеприпасов, продуктов и медикаментов задачей почти неразрешимой. Советский представитель в КНДР Штыков в телеграмме Сталину от 19 августа 1950 года. Ким Ир Сен очень нервничает по поводу того, что с начала августа американцы начали массированную бомбардировку северокорейских войск. Войска несут большие потери без возможности как-то им противостоять. Он просит, нельзя ли прислать интернациональные летные силы для прикрытия войск. Под интернациональными летными силами подразумевались ВВС Советского Союза и Китая. Но Сталин оставался непреклонен. Товарищ Ким Ир Сен не должен смущаться тем, что у него нет сплошных успехов в войне с интервентами. Молодой Советской Республике было гораздо хуже, но все равно она победила. В планы советского руководства по-прежнему не входило прямое военное столкновение с войсками и авиацией США. Однако война вносила свои коррективы. Командир. Бостон. Константина Карпаева. Сбит. Экипаж погиб. Вот. Советский бомбардировщик Дуглас Бостон 36-го минно-торпедного полка Тихоокеанского флота выполнял тренировочный полет у советской военно-морской базы, расположенной в Порт-Артуре. Советский бомбардировщик был сбит истребителями «Корсар» с авианосца «Вэлли Фордж». Экипаж старшего лейтенанта Константина Карпаева погиб. Американское командование принесло свои извинения советской стороне, представив случившееся результатом досадной ошибки. Однако было понятно, что напряжение между странами возрастает, подталкивая стороны к прямому столкновению. В Москве с тревогой следили за действиями Ким Ир Сена. Начальник генштаба генерал Штеменко ежедневно докладывал Сталину о ходе боевых действий. Особое беспокойство вызывала стремительная переброска из Японии американских войск. Советское командование отказывало Ким Ир Сену использовать советских советников непосредственно в штабах своих войск. Еще 5 июля северокорейскому лидеру было предложено составить план возможного отступления, если американцы закрепятся в районе порта Пусан. Ким Ир Сен проигнорировал это требование. Невыполнение рекомендаций Москвы привело к фатальным результатам. В ночь на 1 сентября войска Корейской народной армии пошли на штурм Пусанского плацдарма. Они форсировали реку Нактанган и продвинулись на 10 километров. Одновременно другая группировка ударила в стык между американскими и южнокорейскими войсками севернее города Тэгу. Им также сопутствовал успех. 5 сентября генерал Уолкер уже думал начинать отступление. Казалось, что если еще один батальон северян вступит в бой, то оборона американцев рухнет. Но у северокорейцев резервов не было. Их фронт подвергался постоянным бомбардировкам. Боеприпасы, бензин и медикаменты были на исходе. Формально сражение за Пусанский плацдарм закончилось в ничью, но на деле американцы одержали победу. Продвижение Народной армии остановилось.
10 сентября на маленький островок в 15 километрах от корейского порта Инчхон высадились 7 человек. 5 американцев и 2 корейца во главе с сержантом Кларком. Перед разведчиками стояла задача – уточнить время приливов и отливов и выявить оборону противника. Американцы и войска ООН готовились к десантной операции «Хромит» по захвату порта Инчхон. Инчхон – прежнее название Чемульпо. Крупнейший порт на западном побережье Корейского полуострова в заливе Кангфаман Желтого моря. Именно здесь 27 января 1904 года русские крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» приняли неравный бой с японской эскадрой. Оба корабля были буквально изрешечены японскими снарядами. Командир крейсера «Варяг» капитан Руднев принял решение об уничтожении обоих кораблей. «Варяг» и «Кореец» были взорваны и затоплены. В районе Инчхона находилось не более 3000 солдат и офицеров Корейской народной армии и 7 орудий. Остров Волмидо, который прикрывал порт с запада, обороняли лишь 2 роты морской пехоты и всего 5 пушек. Для десанта войска ООН выделяли силы в 20 раз превышающие гарнизон порта. Для обеспечения десанта привлекалась вся мощь 7-го военно-морского флота США, 257 кораблей и около 500 самолетов и вертолетов. Именно под Инчхоном впервые в боевых действиях участвовали вертолеты. Одним из самых известных разработчиков вертолетов был киевлянин Игорь Иванович Сикорский, создатель тяжелой авиации Российской империи. После эмиграции в США его дела складывались не лучшим образом. Все изменила встреча с Рахманиновым, который дал соотечественнику на открытие фирмы $5000. Около $80000 в пересчете на 2010 год. Основанное в 1923 году конструкторское бюро через 16 лет выпустило первый вертолет. С 1946 года Министерство обороны США – постоянный заказчик вертолетов Сикорского. В Корейской войне принимали участие вертолеты Сикорского, четырехместный H-5D и транспортный H-19. Я Иронара ще. А ну вставай. Я Пали Иронара. Десятого сентября начались артобстрел и бомбардировка с воздуха острова Волмидо. Морской пехотинец Чарли Кармин. Мы видели, как различные корабли вели огонь из орудий по городу и окружающим холмам. Корсары пускали ракеты, бросали бомбы и штурмовали береговую линию. Десантные корабли открыли огонь из ракетных установок. Это было впечатляющее зрелище. 4 американских крейсера и 5 эскадренных миноносцев при поддержке самолетов превратили поверхность острова в лунный пейзаж. Пятнадцатого сентября началась высадка 50-тысячного корпуса войск ООН. Части вошли в Инчхон и уже на следующий день двинулись на Сеул. Город спешно готовился к обороне. Около 100 тысяч мобилизованных жителей за сутки соорудили более 600 баррикад. На помощь гарнизону Ким Ир Сен отправил 2 пехотные и механизированную дивизии, но эти силы ничего не могли изменить, и город был оставлен. 16 сентября американская армия перешла в наступление в районе Тэгу. Противостоящая им 2-я армейская группа Корейской народной армии, потеряв практически всю артиллерию и транспорт, через горы отступала к 38-й параллели. Вскоре ее остатки перешли к партизанским действиям. Война покатилась на север, границы Китая и Советского Союза.
Вечером летчики 821-го истребительного полка собрались на КП. Первая эскадрилья отрабатывает слетанность парой звеньев. Вторая эскадрилья выполняет полет по маршруту. Маршрут вам уточнит начальник штаба. Третья эскадрилья. Что там? В результате атаки советского аэродрома американскими реактивными истребителями «Шутинг Стар» повреждения получили 8 самолетов полка. Правительство СССР заявило протест в ООН. Через 11 дней президент США Трумэн признал вину США и даже предложил возместить ущерб. Черт, посмотри, что натворили кады. Теперь как с Бостоном получится. Мол, произошло случайно, так как... Он сообщил, что командир полка ВВС США на Дальнем Востоке освобожден от занимаемой должности, а летчики отданы под трибунал. Американцы утверждали, что молодые пилоты по ошибке залетели на территорию СССР и приняли советский аэродром за северокорейский. Американские летчики, участники инцидента, от трибунала не пострадали. Пилот Ален Диффендорф отслужил ВВС 33 года. Пилот Олтон Квонбек – 22 года. До выхода на пенсию работал в ЦРУ и Комитете Сената по разведке. Инцидент вызвал немедленную реакцию советского руководства. Границы направили 5 моторизованных дивизий и дополнительные авиачасти. В Китай прибыли еще 2 советские истребительные дивизии на самолетах МиГ-9. К этому моменту войска ООН сомкнули кольцо в районе Сеула. В плену оказались почти 100 тысяч северокорейских солдат. Генерал МакАртур передал по радио требования о капитуляции, которые правительство Северной Кореи не приняло. 2 октября южнокорейские войска пересекли 38-ю параллель. Ранним утром 11 октября американская авиация и артиллерия нанесли удар по позициям северокорейских войск на 38-й параллели. Необстрелянные северокорейские части, не выдержав лавины огня, побежали. Уже на следующий день южнокорейцы захватили город и порт Вонсан и подошли к восточным окраинам Пхеньяна. Разбитые части народной армии отступали к китайской границе или переходили к партизанским действиям. Пхеньян пал. Войска ООН начали наступление на север в направлении маньчжурской границы. Ли Сын Ман объявил захваченные территории присоединенными к Республике Корея. Он развернул массовые репрессии против коммунистов и сочувствующих. По подсчетам современных южнокорейских исследователей, жертвами стали не менее 40 тысяч человек на севере и юге полуострова. Но страх развязывания Третьей мировой войны удерживал обе стороны от слишком агрессивных действий у границ. Объединенный комитет начальников штабов армии США рекомендовал МакАртуру в провинциях Кореи, граничащих с Советским Союзом и Китаем, не использовать другие силы, кроме как армию Республики Корея. Запрещалось бомбить мосты через пограничную с Китаем реку Ялудзян. Проявлял осторожность и Мао Цзэдун. На встрече с министром внутренних дел КНДР Пакер У он сказал: «Чем могу, помогу, но посылать войска не стану». Мао объяснял это тем, что если Китай окажет Корее помощь, то втянет в войну и Советский Союз, связанный с Китаем договором о военной помощи. Однако Сталин успокоил Мао Цзэдуна. «Стоит ли этого бояться? По-моему, не следует, так как мы вместе будем сильнее, чем США и Англия. Если война неизбежна, то пусть она будет теперь, а не через несколько лет, когда японский милитаризм будет восстановлен как союзник США и когда у США будет готовый плацдарм на континенте в виде Лисенмановской Кореи». После долгих колебаний Мао в середине октября принял решение выдвинуть свои войска на помощь Северной Корее. В поддержку лидера партии выступил самый прославленный китайский военачальник Пэн Дэхуай. Пэн Дэхуай – маршал Китайской Народной Республики. В период Корейской войны – командующий китайскими добровольцами. С 1954 года – министр обороны Китая. В
1956 году выступил с критикой культа личности Мао и его политики. Во время культурной революции арестован. Подвергался допросам, пыткам и истязаниям в тюрьме. И на так называемых митингах борьбы с Пен Дэхуаем. Скончался на 76-м году жизни в тюремном госпитале. Похоронен под чужим именем. В 1978 году реабилитирован. 15 октября Трумэн и МакАртур встретились на острове Уэйк. Трумэн поинтересовался, что думает командующий относительно вмешательства в конфликт советских или китайских войск. Шансы весьма невелики. У китайцев в Маньчжурии 300 тысяч человек. Из них не более 100-125 тысяч у реки Ялудзян. И только 50 или 60 тысяч могут переправиться через реку. Теперь, когда у нас есть базы для наших ВВС в Корее, попытка китайцев дойти до Пхеньяна окончится великой бойней. МакАртур даже не представлял, до какой степени он недооценил численность китайских войск у границы. Пришла телеграмма из штаба. На, читай. Приказано перебазироваться на аэродром Аньшань. Ну, и что это значит? Это значит, что придется воевать. В конце октября 1950 года три советских истребительных полка расположились на аэродромах Мукдена, Аньшаня и Ляояна. Перед ними стояла задача прикрывать важнейшие промышленно-административные центры северо-восточного Китая на Мукденском направлении. Передай своим, чтобы никаких разговоров в эфире по-русски. Хорошо. Но приказа на перелет границы и вступление в бой все еще не было. Офицеры армии США допрашивали двух солдат, перебежавших на их сторону. Американцы были весьма удивлены тем, что перебежчики оказались не корейцами, а китайцами. Что они говорят? А я не понимаю. Мне кажется, что это китайский язык. Нужен переводчик с китайского. Когда начальнику разведки доложили о результатах допроса, он не придал появлению беглецов никакого значения. А тем временем в районе реки Ялудзян скрытно сосредоточили не менее 200 тысяч китайских народных добровольцев. Китайские народные добровольцы – соединение вооруженных сил КНР, участвовавшие в боевых действиях на стороне Северной Кореи. По некоторым данным, в Корейской войне участвовало до 780 тысяч китайских военнослужащих. Первое время они были оснащены лишь стрелковым и артиллерийским вооружением советского образца, а также трофейным японским и американским оружием. Отсутствовали радиостанции, связь поддерживалась через посыльных или с помощью системы световых сигналов. В начале войны китайцы были плохо одеты и обуты. Их ждала зима с 30-градусными морозами. Несмотря на это, они обладали неоспоримым преимуществом. Прекрасно владели тактикой партизанской войны. Буквально просачиваясь сквозь ряды американцев, смело атаковали их с фронта и тыла, проявляя чудеса стойкости и бесстрашия. 28-29 октября китайские народные добровольцы обрушились на южнокорейские части, обратив их в бегство. А вскоре американское командование ждал еще один сюрприз – в воздухе. Тройка МиГ-15 под командованием майора Анатолия Бордуна, получив разрешение на пересечение границы с Северной Кореей, патрулировала в районе Аньдун-Синыйджу. Вдруг на горизонте появилась десятка реактивных самолетов «Шутинг Стар». Лейтенант Хаминич атаковал ведущую четверку и с короткой дистанции сбил F-80.
Американцы набросились на МиГ, но их контратаковала пара «Бордуна». Первый воздушный бой между реактивными истребителями закончился победой советских летчиков, а гвардии лейтенант Семен Федорович Хаминич был награжден орденом Красного Знамени. Наступила зима. Американские войска заняли оборону по реке Чхон-Чхонган, готовясь к новому наступлению. Hey, Mike. Эй, Майк, зачем ты наряжаешь елку? Генерал МакАртур сказал, следует форсировать подготовку и пробиться к реке Ялу, чтобы к рождественским праздникам вернуться домой. Настроение в армии было довольно оптимистичным. Среди американских солдат особой популярностью пользовалась песня времен Второй мировой войны «I'll be home for Christmas». Командование Северной Кореи отвело войска на 30 километров для пополнения боеприпасами и живой силой. Генерал Пен Дехуай вспоминал: «Мы применяли тактику умышленной демонстрации своей слабости, потакали противнику, намеренно раздувая его высокомерие в отношении нас, заманивали его в глубину нашей территории». Части Пен Дехуая насчитывали уже 634 тысячи человек и имели 2492 орудия. Под началом МакАртура было 360 тысяч человек и 2300 орудий. Американцы имели полное превосходство в авиации, флоте и танках, но в условиях суровой зимы, бездорожья и гор это им мало что давало. Из-за сложных погодных условий авиация стояла на аэродромах, а бронетехника буксовала в снегах и непролазной грязи. Однако наступление войск ООН не заставило себя ждать. Загремела артиллерийская канонада, и американцы быстро двинулись вперед. Keep up. Don't spread around. Yes, sir. Китайцы дали им возможность продвинуться в заранее подготовленные ловушки. И 25 ноября стремительно их атаковали. Они старались максимально быстро сблизиться с противником, чтобы оказаться недосягаемыми для огня американской артиллерии. В дело шли штыки и гранаты. В рукопашном бою китайцы оказались непревзойденными мастерами. Южнокорейские войска охватила паника. Уже через несколько часов они превратились в неуправляемые толпы и побежали. Лишь американский, английский и турецкий контингенты, медленно отступая, отбивали атаки. Отступление превратилось в прорывы вооруженных групп через вражеские засады, что породило известную фразу: «Мы не отступаем, мы просто наступаем в другом направлении». Наступление МакАртура с треском провалилось. Лишь редкие вылеты американской авиации наносили урон наступающим. Они бомбили коммуникации и забрасывали противника зажигательной смесью – напалмом. Напалм – огнеметно-зажигательная вязкая смесь. Ее готовят из жидкого горючего, бензин, керосин и специального порошка-загустителя. Температура горения до 1600 градусов. Горящая масса темно-коричневого цвета, попадая на тело человека, прилипает, сжигает кожу, мышцы, сухожилия, сосуды, нервную и костную ткань. Выживший навсегда оставался калекой. Напалм появился в США в 1942 году. Применялся во Второй мировой войне в Корее, во Вьетнаме и позже, в том числе и против мирных жителей. В начале ноября 1950 года Иван Никитович Кожедуб с женой Вероникой Николаевной проводили отпуск в Кисловодске. Вот здесь. Спасибо. На второй день отдыха в комнату постучали. Товарищ Кожедуб, собирайтесь. Проедете с нами. Я могу одеться? Конечно. Угу.
ситуация, по рассказам, была знакомая. И Машиня судорожно думал, за что. Вспоминал, какие анекдоты рассказывал, кому. С вами будет говорить командующий ВВС Московского военного округа генерал-майор авиации Василий Иосифович Сталин. Полковник Ожедуб. Послушай, Ваня, кончай отдыхать. Есть дело. Срочно вылетай. Есть, товарищ генерал. Слышь, майор, у тебя есть что-нибудь выпить? Никак нет, товарищ полковник. Жаль. 17 ноября Кожедуб был назначен командиром 324-й истребительной авиадивизии. Через два дня летчики 196-го, 176-го и 32-го гвардейских полков собрались в офицерском клубе «Кубинки». Правительство Северной Кореи обратилось к Советскому Союзу с просьбой послать летчиков-добровольцев на реактивных самолетах для спасения народа страны, гибнущего под бомбами американских агрессоров. Кто из вас желает поехать добровольцем? Руки подняли все. Но из 100 человек отобрали 60, наиболее подготовленных. Ну, с мигами мы им холку намнем. Вам, товарищ полковник, там воевать придется по-другому. Используйте опыт, военную хитрость, новую технику. Самостоятельные боевые вылеты я запрещаю. И смотри, Ваня, я тебя знаю. Самолеты были разобраны и погружены на платформы. Летчики и техники сдали воинские документы. Личный состав дивизии не стали переодевать в гражданское, просто сняли со всех солдат и офицеров знаки различия. Поезд тронулся, оставляя провожающих. Многие из них видели своих мужей и отцов в последний раз. Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры, включая все оружие, которое у нас есть. Мистер Президент! Господин Президент, вы сказали «все оружие». Значит ли это, что применение атомной бомбы активно рассматривалось? Оно всегда активно рассматривалось. Мир замер на краю пропасти.